В этот день друзья и партнеры спешили поздравить любимый детский центр. Росгвардия с утра высадила настоящий десант. Мальчишки и девчонки со всей России встречали этот праздник вместе. Смена – одно из любимых мест отдыха и дополнительного образования. От нашей команды, от всех я хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку, за понимание, за помощь. И хочу объявить смену открытой. Действительно, где нам еще собраться, как не в городе-курорте Анапа, в этом замечательном центре «Смена». Будьте счастливы, берегите себя, здоровья вам! В этот день прошли всероссийские акции «Дети за мир» и «Старость в радость», которые организовал Центр добровольчества в «Смене». На аллее российской славы открыли два новых бюста выдающимся людям России – Сергею Королеву и Владимиру Вернадскому. Сколько эмоций, сколько взглядов, сколько этих молодых лиц, которые я сегодня увидел, этот вертолет, эти площадки, по всей «Смене» они находятся, очень интересно. Каждый год приезжаю с большими эмоциями, уезжаю сюда. Смена, спасибо, с днем рождения! 60 интерактивных площадок стартовали одновременно в этот день. Партнеры центра приготовили много необычного для мальчишек и девчонок. Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина не только рассказал о профессии космонавта, но и представил фильмы о космосе. Сюда есть возможность приезжать нашим детям. Это значит, что наша страна, наша Россия, несмотря ни на какое внешнее давление, также развивается и имеет возможность давать такой прекрасный отдых нашим детям. Показательные выступления на воркаут-комплексе, чеканка мячей и обучение ребят в формате шоу совместно с аниматорами, катание на сегвеях, гонки на велосипедах, фестиваль русских игр, фестиваль ГТО, показательные выступления по спортивной гимнастике, синхронное плавание и бассейн. Каждый ребенок выбирает себе увлечение по душе, а на стадионе можно не только позаниматься спортом, но и пройти мастер-класс от известного баскетболиста Игоря Куделина. Я здесь уже третий год. Все меняется на глазах. Приятно удивлен, что весь инвентарь, все корпуса, все обновлено. День открытых дверей проходит, я считаю, очень позитивно и продуктивно. В первую очередь для подрастающего поколения. Фестиваль красок вызвал не только яркие впечатления, но и раскрасил всех участников во все цвета радуги. Гала-концерт со звездами стал ярким финалом дня.